Привет, привет, мои прекрасные друзья. Так случилось, что закрыт этот музей. Если бы он был открыт, я бы вам больше рассказала про Димитра Полянова. Но сейчас получится, что мы просто обзорно взглянем. И я потом, ну, вы сами знаете, что надо сделать. Погуглить, и я красивенько что-то сделаю. Очень хорошая экспозиция. Не только то, что здесь есть. Не фикус, а фига. Но красивые, почти греческие, но это болгарские. Не амфоры, но хранительница вина. И инжир, а сверху сосны. То есть пока что сделаем упор на природу, а потом расскажем и про историю данного человека, и все, что он сделал, раз люди его так чтут. Я думаю, что в этом что-то есть. Вот так люди оставляют след в истории, они наследили и ушли. Вот этот человек оставил след в истории, поэтому его помнят и чтут. Уважение. Ну все, надо обнять вас любовью все-таки. Это самое главное в жизни. Вот любовь спасет мир. И красотой мир спасется тоже. Ну что? Обнялись. Чао-чао, мои прекрасные друзья.